Восхитительная сладость из зарубежных. Или завтрак в подушечках. Что же он вам дарит? Приятный и сытный вариант для вкуса. Вот место изготовления, которое указано на плотной упаковочке. Полностью все параметры, которые важны при выборе. Даже на порцию все, кроме витаминов, указали. Тут составчик вполне себе неплохой. А дальше будет внешний вид. Сухой, видите, в общем-то, со вкусом какао больше. Тут структура ближе и вид. Дальше они с йогуртом. А в видео полностью формат продукта. 5 порций, описание на упаковочке, такая она прикольная и забавная. Цена, ну, рублей от 50 до 70 за вес 150 грамм. Опять же, какие виды входят в состав? В принципе, их, в общем-то, только два. Здесь на казахском языке описание, тут на русском языке. Далее. Всё. Оцениваем саму упаковочку опять же. К сожалению, немножко у меня все повторяется, но, в принципе, спасибо за внимание в любом случае. Вкус приятный, карамельный, но больше в аромате, как и какао. Спасибо за внимание и до свидания.